вот начинает там по ночам рвать вдали. Thank you.
еще даже 10 минут не прошло. Кажется, что долго так.
Я не могу уже час сыграть, не привыкну, говоря уже более длительное занятие.
полчаса не дышу, я уже устал. Где-то за 15 минут стою.
Сможешь один аккорд.
надо немножко прибраться, чтобы не споткнуться ночью. Нормально поиграл, больше, чем вчера. Всего лишь одну ноту изучил, один аккорд изучил, это не идеально. Не сказать, что идеально, это точно. Так посчитать, сколько я за весь день поиграл, не знаю, какая разница. Сколько. Не, пожалуйста, пожалуйста. Сегодня вечером проспал. Уснул сегодня вечером, поэтому я сдохну. Саша, в чем дело? Ты же тут не убрал. Вот я убрал туда. А вот это что? Это что? Это чтобы снимать, как я играю. Как ты играешь? Ты сейчас собираешься спать или играть? Спать. Убирай. Я боюсь, что это не бутылка, зачем тебе это? Она как подставка. Бутылка, подставка? Что-то новенькое. Подставка для телефона. Бутылка? Что это было? Ну а что мне еще подставить? Саша, принеси лучше табурет от кухни. Почему ты кровать никогда не собираешь? Меня это бесит. И что ты? Если ты валяешься целый день на кровати, это не значит, что надо не убирать ее. Вот туда поставь его к этому.
Перерывами, правда, нужно в перерывы играть час хотя бы. Или хотя бы 45 минут в перерыве. У меня уже спина болит, начиная через 15 минут. Вот в чем проблема. Что там, как фреск, или да? Кого еще пригласить на радио Тихона? Радио Тихона. Панасенкова может так пригласить. Я вообще давно не слушал ни Жак Фреска, ни Панасенкова, никого. И кажется, что просто ничего не успеваешь. Какие-то вообще медленно так все. Один аккорд или как. Только-только начинаю учить. Жесть. Паша, что у меня закончилось? Половинку дела. Так я уже стал лучше играть, чем на начале, я вообще не мог. Дальше буду быстрее скорость менять между ладами. Всего лишь два дня играю.